Всемку, с вами Легенд Никич. Сегодня я буду играть в Bed Wars на Agera PvP Club. Заваривайте кружку чая, а мы начинаем. Всемку, с вами Легенд Никич. Сегодня у нас будет видос про Bed Wars на Agera PvP Club и ответы на вопросы. Ура! Их, конечно, никто не ожидал, но вопросов было столько много, что мне пришлось это снять. Что же там вообще по ответам на вопрос? Давайте сразу не томить и начинать отвечать. Первый был вопрос, и самый частый. Когда РП? РП будет выпущен где-то через 2 недельки. Я его чуть доделаю. И будет выпущен вообще топовый РП. А что вот это вот, как это? Топовый РП. Он вообще там... Короче, топ РП. Читер, фу, боже, да. Охренеть, я PvP шел сейчас. Про PvP фул. А где еще один зеленый? А он ливнул скатки вообще, что ли? Он же был только что. Еще одну тему шку ему говорю. Подписывайтесь на мой крутой телеграм-канал. Вот QR-кодик прямо сейчас, вот тут вот. Да, подписываемся. Крутой телеграм-канал. Там. Если вы хотите, можете со мной пообщаться даже. Если кто хочет со мной поиграть. Естественно. У меня там будет мой Discord-сервер. И там вы можете узнать, как получить привилегию на этом Discord-сервере. Вообще, ой, интересно, я смогу попасть? Круто, киберкотлета. Вообще, короче, там будет все. Все. Вообще, все. Не знаю, зачем я пришел, у меня нет блоков. Интересно, допрыгнем. А что мне делать? У меня нет блоков. Я не хочу умирать. А у меня меч нормально нет. Короче, в Телеграме все анонсы. Мой ДС-канал, да, там вообще. Короче, круто, мы там с подписчиками общаемся, все круто. Обязательно заходите. Очень крутой телеграм-канал. И на Дискорд тоже заходите, там вы можете со мной пообщаться, мне написать, я в любом случае отвечу. Может, я не отвечу иногда, потому что сейчас, как понимаете, школа началась, мне как бы немного лет еще. Но все равно учиться тоже надо. И там я отвечаю по-разному. На выходные я отвечаю круглосуточно почти. Только в 2 часа ночи я не отвечу. Хотя нет, в 2 часа ночи я отвечу, а вот чуть попозже не отвечу. Кстати, голубых можно сломать 5. У них не полностью устроена кровать. Драклик, привет! Я не понимаю. Сколько мне КПС? Повторяю, мышь. У меня тиммейт гений. Спасибо. Я так рад. Что у меня... Он же в полностью строил? Лучший, просто лучший. Это просто вот эта тактика, на самом деле, про псу. Это вообще... Гениальная тактика. Короче, подписываемся на мой телеграм-канал. Я уже сказала это 1 000 000 раз. Всех жду. Ой-ой-ой, киберкотлетка. Киберкотлетка. Киберкотлетка, Как он меня убил? Как? Они нам кровать будут ломать? Да, как страшно. А вот как он через блоки бьет? Так ты не упал. Он не сломает кровать у нас, а пса. Кто хочет пообщаться со мной еще раз, заходите в телеграм-канал, там можете найти все на свете. Там вообще крутые типочки сидят. Там, конечно, сейчас немного подписчиков, но все равно я телеграм-канал только недавно создал, и вот так вот я упал. Короче,
И насчет просмотров. Я это, может быть, уже говорил. Я, может, это говорил, но видос набирает колоссальное количество просмотров просто. Я очень... Спасибо вам большое. Видосы набирают просто... Они не набирают, они летят вверх. У меня не набирают видосы, у меня летят они вверх. Спасибо большое вам. Ну, побожиху! Ну, что еще сказать вам? Учусь новым видом строительства. Не Сайбридж, не надо тут. Учусь Бризли. Ну как, я уже научился, но плохо. Типа, давайте сейчас вам продемонстрирую очень сильно, как я научился Бризли. Чтобы вы посмотрели на мой горе-строитель. Горе-строитель, вот это я придумал. Стопэм, это плохо сейчас было. Я не знаю, у меня был фуфа вообще жестко получается. И как будто киберспортсмен какой-то. Ой-ой-ой-ой-ой. Сюда. Ну вот если бы они мне не попали, я бы сейчас выиграл 100%. Давайте сам тут мысочки. Logitech Dipro X Super Light. Самый помоечный. Вообще не покупайте эту мышку. Для Майнкрафта это ужасная мышка. Именно для Майнкрафта. А так это просто топ. Ну, у нас, конечно, мы, конечно, богатые, походу, по блокам. Это был не драклик, это просто вот так. Хотя обычно я баттерфляем фиг. Что он сейчас сделал? Не удивлюсь, что это мой подписчик играет. Ой, 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 ой! Мне показалось, что у меня дудочка, дудочка. Да, дудочка в руках, удочка в руках. Не, ну они тут, конечно, тоже китайские эти построили, к сожалению. Сейчас жестко покажем стелька мы. Ну нет! Блин, это вообще самая долгая катка. Голубых надо сломать и все. Дедлок. Типу, походу, дали дедлок, и он теперь крутой. То, что у него в нике написано дедлок. Стопэ. Сломаем кровать. Я на всякий случай половину оставлю. А то что-то будет не то. Ой-ой-ой. Все, они теперь знают, к сожалению, что у нас апса, потому что я киберспортсмен. Но у них скоро сейчас кровати уже не будет, потому что у меня 2 фаербола, 2 динамита, я вообще киберспортсмен. И вообще вы просто не представляете, кто я такой. Никто, ха-ха-ха. Сейчас попробуем. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ну, блин, прям в самый конец поставил кеги. Если бы я поставил кого-нибудь ближе к этому, я бы снес этот. Я научился плюс-минус на через shift все быстро переносить. А то раньше не... Ну как, не умел, но плохо умел. Я уже хотел обрадоваться, то что этот тип остался один. Ну, типа, у него тиммейт его ливнул, киберспортивный. Не знаю, я не помню, кто эти киберспортивный из них. Самый киберспортивный. Я деф не тронул. А, нет, дронул, деф, тронул, тронул. Но я не успел посмотреть, что там за это. За деф у них. Это студия Life.
скоро вообще какие-то жесткие ролики будут, вы просто в обморок упадете, там просто 4 миллиона качества. Все круто, вообще профессионально. Профессионал делал. Вы когда увидите, вы просто упадете все в обморок. Я считаю, вы... Он спустя полтора года сломал кровать. Да ладно. О, мы еще выиграем. Ура! А где он? Где он? Где он? Один удар. Такого киберспортсмена я еще не видал. У меня есть, не бойся, друг, чем закупаться. Все, пора доигрывать уже, я уже заколебался играть. Он соло-то? Все, это изи. Сейчас я почешу башку. Все, я готов сносить лица. Еще у меня едет мышечка, ко мне прекрасная. Скоро будет еще вообще, короче, вы просто все в обморок упадете. Что за видосы у меня готовятся? Ой, вон он поднимается, киберспортсменчик наш. Он с алмазной герочкой, наверное, да? Забудьте. На, подзатыльника, на, подзатыльник. А, залетаем. А где мой этот, блин? Ну ладно. Let's go. Ладно, парни. На этом пора заканчивать. Обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока!